я не знаю, но давайте послушаем. Надеюсь, хорошее. Ну, вначале, наверное, все-таки президент. Еще раз, ребята, здравствуйте. Знаете, цель приезда наша – это поддержать вас, во-первых. И сказать такие слова, что нет той серии у нас неудачных побед, проигрышей. Почему? С моей точки зрения. Минай у нас там нальти. Все мы считаем, заслуженно поставили. Шахтерам очки отобрали, мы это все знаем. Поэтому не так уж плохо мы смотримся и надеемся, что очки придут в ближайшие. Это так мы смотрим. И просим от вас поддержать, вы знаете, ситуацию с средством массовой информации, что происходит у нас. Какая от вас может быть поддержка? Да, не добыть очки на футбольном поле. Желаю удачи в следующих матчах, чтобы мы были все с хорошим настроением. Ну, я вообще рад, что такой тренер пришел к вам. Сначала я поддерживал только Влада, который мой давний друг. И, конечно, я следил за вами. Сейчас вдвойне я сам решил приехать. И до того, как вы проиграли эти игры, я хотел просто поддержать вас и помочь, наверное, главному тренеру. Ему нужна ваша поддержка. А по поводу очков, ну, я сам был футболистом, сейчас я тренер. Очки, они берутся здесь, не на футбольном поле, не когда вы начнете играть, а очки вот здесь берутся. Вот когда вы... Не надо думать сейчас, что будет завтра, послезавтра. Вот вы ходите, вот сегодня, эта тренировка, вот это ваши очки. Если вы здесь улучшаете себя в тренировке, если вы садитесь перед тренировкой и думаете, как я могу себя, свой уровень и уровень команды улучшить, и после тренировки вы садитесь, да, я что-то улучшил, тогда да, тогда вы точно улучшите себя на поле. Я всегда в своей работе, когда был игроком, если ты выходишь максимум в тренировки, тогда у вас есть шанс заработать очки. Не надо думать об очках, нужно думать о самом себе. Не думать о другом, а думать о себе. Я уверен, у вас сейчас есть, да и был, раньше у вас были хорошие тренеры. Я поддержу Юру всегда, это мой хороший друг, Влад, тем более много лет уже. И я теперь больше слежу за вами, и не только за очками, а главное за вашим прогрессом. Вы думаете о себе и думаете о своем прогрессе в команде. Давайте, удачи вам. У вас еще один есть суперкоуч. Есть? In the future. Хорошо, все, давайте, удачи вам. Будем давайте болеть за вас. Благодарим. Спасибо, до свидания. Надеемся, что это будет хорошая традиция начинать через вагончик. Мы заходим и смотрим, что здесь есть Станиславович и президент. Приезжайте к нам чаще с таким же поводом, который был. Мы уже, надеюсь, все вместе. Я готов приезжать, давайте на голову, чтобы вы приезжали. Мы постараемся вас обанкротить. Давайте, удачи. Спасибо, спасибо. Давайте послушаем. Сейчас разминка.